Самые маленькие страны на Земле. Я собрал топ-10. Привет, с вами Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Ватикан. Город-государство. Среди всех государств мира самой маленькой страной официально является Ватикан. Представьте себе при этом, что площадь самого маленького района Москвы, Арбат, в несколько раз больше – 2,11 квадратных километров. Ватикан со всех сторон окружен Римом и является не только городом-государством, но и государством-анклавом. А еще Ватикан – единственное государство с нулевой рождаемостью. Здесь нет роддомов, и первый ребенок родился в 2016 году, прямо на площади Святого Петра. Паспорт гражданина страны – документ крайне редкий. Получить его могут лишь резиденты кардинала, дипломаты Святого Престола, работники Ватикана и члены их семей. Когда они заканчивают службу, гражданство автоматически обменивается на итальянское. Страна – княжество Монако. Благодаря шикарным казино, Монако стала излюбленным местом отдыха миллионеров. На такой скромной площади проживает около 38 тысяч человек. Следовательно, Монако не только входит в список самых маленьких стран мира, но и является наиболее густонаселенной страной. Около 20% жителей – монегаски. Остальные – граждане других стран. Как поданные княжества, монегаски имеют ряд привилегий. Например, им запрещено посещать игровые залы и делать ставки на деньги. Зато они освобождены от уплаты подоходного налога. Науру – страна без столицы. Ее площадь 21,3 квадратных километра. Остров Науру размером чуть меньше площади города Переславль-Залесский в Ярославской области. Бьет рекорды по множеству позиций. Он является самой маленькой независимой республикой, самым маленьким островом государства, самым маленьким государством за пределом Европы и единственной в мире страной без официальной столицы. Административным центром считается Ярен. Когда-то здесь добывали фосфаты. И в начале 80-х годов прошлого века страна входила в список наиболее богатых в мире. Но когда запасы исчерпались, экономика начала падать. В настоящее время, по данным ВОЗ, 93% жителей острова страдают от ожирения. Все потому, что стали мало двигаться и питаться высококалорийными полуфабрикатами, доставляемыми с материка. Тувалу – страна, которая уходит под воду. Площадь ее 26 квадратных километров. Это если как бы Углич был отдельной страной. К слову, население Тувалу составляет около 11 тысяч жителей. В три раза меньше, чем в этом российском городе. В 2018 году ученые из Оклендского университета оценили, как изменяется уровень моря и площадь рифов. С 1971 по 2014 годы и выяснили, что уровень моря поднимался на 4 мм в год. Но только 27% островов Тувалу стало меньше. Остальные, напротив, увеличились. Ученые объяснили это тем, что береговая линия смещалась в сторону моря из-за осаждения на берегу частиц, образовавшихся в результате эрозии. Если процесс продолжится, возможно, жителям этой маленькой страны придется переехать на один из растущих островов, так как остальные уйдут под воду. Сан-Марино – самая старая страна. Площадь ее 60,57 квадратных километров. Страна размером вдвое меньше российского города Владимира претендует на звание старейшего суверенного государства в мире, так как была основана в 301 году. И именно от этой даты местные жители ведут летоисчисления. Да-да, помимо обычного календаря, у санмаринцев есть свой. И согласно ему, сейчас 17 век. При этом в Сан-Марино проживает около 32 тысяч человек. А во Владимире примерно в 11 раз больше. Лихтенштейн – страна августейших персон. Площадь ее 160 квадратных километров. Княжество Лихтенштейн полностью находится в отрогах Альп и окружено Австрией на востоке и Швейцарией на западе. Государство было образовано в 1719 году, когда император Священной Римской империи признал австрийского князя Лихтенштейна, владельца этих земель, князем суверенного достоинства. С тех пор это одно из трех государств мира, имеющих название, данное в честь правящей династии. Остальные два – это Иордания и Саудовская Аравия.
В мире шутят, что в стране максимальная в Европе плотность августейших персон на квадратный километр. По данным за 2019 год здесь насчитывается около 38 тысяч жителей, а площадь страны 160 квадратных километров, что лишь вдвое больше размера территории Калининграда. Маршалловы острова или Тихоокеанский Чернобыль. Площадь ее 181 квадратный километр. Государство состоит из 29 атоллов и 5 изолированных островов, которые разбросаны по территории более 1 миллиона квадратных километров, в то время как общая площадь суши чуть меньше Ярославля. С 1946 по 1960 годы острова являлись ядерным полигоном Соединенных Штатов Америки. В 2020 году эксперты из Колумбийского центра ядерных исследований обнаружили в 38 образцах грунта с 11 разных островов превышение радиоактивных элементов. Сильнее всего оказался загрязнен рунит – Энджеби, Бикини и Найя. Причем на острове Бикини в 1000 раз больше плутония, чем в Чернобыле или на Фукусиме. Сент-Китс и Невис – страна, член Британского Содружества. Площадь его – 261 квадратный километр. Из-за размеров территории эта маленькая страна трижды войдет в кольцо МКАДа. Государство состоит из островов Сент-Китс и Невис, относится к Малым Антильским островам. В 1493 году их открыл Христофор Колумб, но Испанию острова не заинтересовали. Французы и англичане оказались не столь привередливы, и между ними долго шла борьба за право обладания территорией, пока не победила Великобритания. В 1983 году Федерация Сент-Китс и Невис обрела независимость, но осталась государством Британского Содружества, так что монархом здесь признается королева Елизавета II. Мальдивы – самая маленькая страна в Азии. Ее площадь 298 квадратных километров. Мальдивские острова входят в 10 самых маленьких стран мира, но при этом являются крупнейшим коралловым государством. Республика представляет собой цепь из 26 атоллов, а те состоят из 1192 коралловых островов при общей площади 90 тысяч квадратных километров. Территория суши занимает 298 квадратных километров, а это почти втрое меньше Волгограда. Белоснежные песчаные пляжи и кристально-голубая вода сделали страну райским местом для отдыха. Однако в 2020 году ученые из университета Флиндерса в Австралии зарегистрировали здесь самое высокое загрязнение микропластиком на планете. А это может поставить под угрозу не только туризм, но и жизнь на острове. Ранее я уже рассказывал в одном из выпусков «Популярная география» о мусорном континенте, образовавшемся в Тихом океане. Мальта – страна без рек и озер. Площадь ее составляет 316 квадратных километров. Республика Мальта занимает не одно, а 7 островов, которые образуют архипелаг. И общая площадь примерно 8 раз меньше Москвы. На этой крошечной территории проживает около полумиллиона человек. Но нет ни рек, ни озер, только Средиземное море вокруг. Мальта является единственной страной в Европе, где нет источников пресной воды. Ее заводят из других государств мира, и каждый день принимать в ванну – большая здесь роскошь. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!